Всем привет, друзья, с вами Дженнифер, канал Charvel Channel, и это небольшое такое вместо превью будет у нас к ролику по Uncharted 4. Я в нем не успела поздороваться, потому что у нас сразу начался ролик. С этим вообще сейчас сделала беда, 15 минут, все дела. И я бы хотела немножко сказать о том бадхёрте, который, возможно, вы не прочли в группе под постом, потому что, ну, мало ли, кто в группу не заходит, кто кому просто западло читать было. Канал наш переживает весьма сложное время, оно продлится до практически, ну, до середины августа, будем считать, до 16-го, по-моему, числа. И за это время мы стараемся, в том числе я, потому что я каждый день пилю видео, каждый день стараюсь их выкладывать. И в связи с этим очень хотелось бы попросить вашей поддержки, которой, ну, реально не хватает. Очень хотелось бы, чтобы вы смотрели наши видео, репостили их, комментировали, лайкали, рассказывали о них друзьям. Очень тяжело делать такую вот работу, когда никакой отдачи вообще нет. Просто по нулям отдачи. Если скраб-механик у нас еще, ну, так немножко пользуется популярностью, то тот же Uncharted, не знаю, лично я считаю, что это просто охеренная игра, которая заслуживает должного внимания. Он реально его заслуживает. Там же симпатяшка Дрейтон. А, привет, Даша. Да. Ну, блин. Ребята, пожалуйста, смотрите наши ролики. Осталось немного, мы будем снова делать стримы, снова розыгрыши игр будут. Надеюсь, Саша, возможно, об этом вообще не знает, но не буду, да. Вот, честно, раздражает, когда ты записываешь, блин, и тебе приходится прерывать на полуслове кого-то. Ну, сколько вот уже, не знаю, кто видел, не видел, в Uncharted постоянно. Блин, начинается диалог, все, время закончилось, и сидишь, делай, что хочешь, вообще, что хочешь. Развлекайся, как можешь, называется. Останавливаешь все и вот так вот этими кусками, обрывками, ну оно отвратительно на самом деле. Ну что ж, я надеюсь, что вы услышите меня хоть, не знаю, хоть не в письме, но хоть в таком варианте. Поймете нас, нам действительно сейчас это трудно и хочется, конечно, развиваться, подниматься, но без вас этого никак. Понимаете? Никак. Я смотрю тебе в душу. Ну что ж. А я желаю всем приятного просмотра. Вот. Алькасар меня отпустил, и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает, придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Когда ж успел? Ну и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука интернет. Такое можно найти. Просто крест Святого Дисмоса. Просто? Тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. Ну, круто. И где же он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси? Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? А, да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы... А, ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы? Что? Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, все, я больше такими вещами не занимаюсь.
И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. У него Соня Эриксона. Да хоть у меня такой же. Нет, вот, нет, я с этим лежит до сих пор. В коем случае я не доверю только Чарли белый. И прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты. Ну, должен же быть другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Ну, точно. Абсолютно такой же, блин. Милая, это я. Да, слушай, ты не поверишь. Джеймсон только что привез разрешение. Ах ты, Брун. Да. Дрейк, знаю, Дрейк. Знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Ух, ни хрена себе. Круто. Голуби, блин. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном барахле. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебя оттуда видно? Только самую верхушку. Вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм, мы уже туда пролезли. Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Он не подведет. А если его поймают? Сэм, он знает, хозяев. А что, он вам не достал пригласительный? Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Ну-ну. Так, короче, говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарника, но не нас. Но не тебя. У вас с ним всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он мне родной. Нет, нет, слушай. Я хочу, чтобы ты ему поверил. Ты все ладно, узнает. Ладно. Он все сделает, как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот. Видишь? Верь. Смокинг не запачкай. Мне так в детстве куртку застегивали. Спасибо. Кто был когда-то вором? Ну, почапали. Блин, как же здесь красиво. Ну, это просто потрясающе. Красота. А, ты уже... Ты где, Сэм? Пошли. Прямо не верится. Я на свободе. С тобой. В Италии, а? А, вы в Италии? Да, мне тоже. Если б только над нами не висела... Ой, тихо. ...эта проблема. Да. Когда нет проблем, тут еще... Оу. О, а ты что здесь? Не в первый раз? Нет, ну, в третий. Бывал по таким же? Салливан. Ну, да. Че ты Салливан так не любишь? Ты че, Сэм? И че ты остановился? С тобой поговорить можно? Сэм. Братишка. Хрен с тобой. На мост не залезешь. Почему? Вполне можно было бы. Эй, вон там внизу балка. Веревку зацепишь? А ты сомневаешься?
И учись. Смотри. Ну давай, давай. Ну смотрю. Ну подойди, может, поближе. Тихо, ты не падай. Я промазал. Дело в движении кистью. Дай взгляну. Опозорился. Видишь? Да, неплохо. Ой, ты что цепил-то ее? Я тебе по шее дам вторая попытка, блин. Уи! Ну, вперед. Как же мне доставлять здесь качаться? Давай, давай, давай. Уи! Прилетел. Уй, тих ты, Нейтан. Ты че, блин? Видел? Нутк. Профи. Теперь ты. Че, не... Опаньки. Ну, за мной лезь, что ты тупишь-то. Можно зацепиться вон за ту балку. Определенно. Ну, блин. Поменяемся местами. Лезь через меня. Я держусь. Ладно. А как ты так держался, скажешь? А, на этой веревке нет. Ну? Ты не промахнись, давай. Ай, да иди ты. Ладно, ладно, не задавайся. Мне веревку-то дашь? Есть. Давай, Нейт. Ты можешь спуститься и... Серьезно? Я сейчас. А. Тихо, ты не дури. Тихо, молодец. Давай еще немножко вниз и к веревке. Есть. Хорош. Залезай. Ну. Ну вот же. А. Вот же ж. Дерево только не обломи. Сэм, ты, может, отойдешь? Ха-ха! О, тихо. Ну. Гадю. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Ah, bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Все, порядок. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если... Да, это точно. Куда, Сэм? Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаю по мелочам. Каким? По запаху лимон. Лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Ну да, ну да. Вот наше окно. Думаешь? О-о-о-о! Молодец. Все, спускайся. Не промахнись. Ой, это больно. Сэм, ты где? Раньше прыгать было не так больно. Ну, ой, ты молчи, блин, пенсионер. Твои другие находки. Те, что без меня. Хоть фотографии есть? Ну, расскажи. Да стой, Сэм. Дай рассказать. Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Ну что ж, на этом, я думаю, мы на сегодня закончим. Время подходит к концу, к сожалению. Думаю, в следующей серии мы как раз проникнем на этот аукцион. А пока я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!